Какая красота. Битцевский лес, лесопарк так называемый. Вот здесь-то как раз и классно было бы сесть где-нибудь перекусить. А вот и чудесная поляна. Здесь, наверное, я стану. Народу тут, конечно, мама не горюй. Возьмем соус акционный. Получше. Ну, и собственно говоря, где хорошие жирные куски. Ну, в общем, как-то так. Соус можно не жалеть. Надо было что-то попить здесь. В общем, как-то так. В общем, вторая пошла. Сбрасываем сюда все остатки. Хорошо, что пятерки. Питы продаются по две штуки. Не надо будет с собой домой ничего тащить.
А с соусом очень даже ничего. Сейчас зафархмачим сюда все остатки. А мусор в пакет. Получается не обед, а целое обедище. Пища. Натуральный лес. Вот именно ради таких моментов стоит жить.